Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Бизнес вложил в развитие Кировской области более 75 миллиардов рублей. Это данные правительства региона за 2021 год. Объем инвестиций вырос за год примерно на 4,5%. Большая часть суммы приходится на средний и крупный бизнес – 50,5 миллиардов. Проанализировав инвестиции за 10 лет, чиновники отмечают, что растет доля вложений в реальный сектор экономики. По итогам 2021 года это 73%. Отрасли-лидеры в сфере инвестиционной активности – промышленность, сельское хозяйство, а также транспорт и ЖКХ. В обрабатывающих производствах больше всего инвестиций вкладывают в химии и деревообработки по 2,5 миллиарда рублей, а также в производство пищевых изделий и резиновых и пластмассовых изделий почти по 2 миллиарда. Программа «Экономика». 500 000 кировчан заплатили за свои квартиры и автомобили. В налоговой подвели итоги кампании по уплате имущественных налогов. 75% налогоплательщиков выполнили свою обязанность по расчетам с государством своевременно и перечислили в бюджет почти 2 миллиарда рублей. За остальными числится долгов на 500 000. В должниках 236 тысяч кировчан. Налоговые инспекции направляют им требования об уплате. Экономика на 101 FM. За 2 месяца Киров заработал 1 000 000 000 рублей. На такую сумму городская казна пополнилась в январе и феврале. Это 14% от годового плана. Собственные доходы областного центра превысили уровень прошлого года на 22%. Прирост составил 189 миллионов рублей. Основную часть доходов составили налоговые платежи – 580 миллионов рублей НДФЛ, 86 миллионов налога на имущество, а также налог на совокупный доход. Также в бюджет перечислены 18 миллионов госпошлины и акцизов на нефтепродукты. Неналоговые доходы 30%. Это поступления от оказания платных услуг, доходы от продажи муниципального имущества и земли, от штрафов, санкций, возмещения ущерба и так далее. Экономика. В завершение курсов валют. Официальный доллар на сегодня снижен на 1,5 рубля и стоит 115 рублей 20 копеек. Евро стоит 127 рублей 23 копейки. Снижение на рубль 70. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.